Итак, дорогие друзья, с вами продюсер Игорь Андреевич и победительница мисс Геймер, это Света. Света, что ты можешь сказать, куда ты будешь тратить эти 100 тысяч рублей? Я думаю, это моя моральная компенсация за все мои потраченные силы и нервы на этот конкурс. Я так вижу, ты даже, ты даже посидела, тебе придется краситься. Ну а если серьезно, действительно, этот прекрасный ад, он закончен, да, и ты можешь хоть еще и не до конца разгрузиться. Улететь на Мальдивы. Это ты сделаешь потом, но посмотреть на всю ситуацию немножко уже как бы с другой точки зрения. Как вот ты считаешь, как все прошло? В целом, оцениваю, что все прошло хорошо. Конечно, я видела конкурс немножко из-за кулис. С нетерпением буду ждать видеоотчетов, посмотрю со стороны зрителей, как все это выглядело. Ну, могу сказать, что большой рост этого конкурса по сравнению с прошлым. Больше охват, больше прошло людей, больше клуб, интереснее программа. И есть идеи, как сделать этот конкурс в следующем году еще круче, еще масштабнее. Вот это хорошо. Может быть, олимпийский? Опа! Вот это неплохо. Хотя бы лыжники. Для начала. Так. А что ты можешь сказать, вот, допустим, о поддержке партнеров в этом году? Насколько лучше стали воспринимать, там, лучше поддерживать? Какие-то, может, у них особые пожелания были? Ну, да, конечно, к первому конкурсу в прошлом году относились с неким недоверием и скептицизмом, поскольку это было что-то такое очень новое, необычное, и рынок игровой не до конца понимал, что это будет. В этом году было проще работать, поскольку все уже было, представляли, что видела. Произойдет, да, все знали, на что подписываются, и в целом, как бы, я думаю, что в следующем году будет только проще и проще, мы будем расти. Здорово. А девочки будут какую-то фотосессию, может, после, какой-нибудь журнал, одной или несколько? В стране игр. В стране игр? Да. Ну вот Максим, Космополитан, что-то я вот думаю, из того, что я вот... впереди. Мы должны вырасти. Программу 7 дней. Всего лишь пока 2 годика. Еще маленькие. Ну, ты выглядишь немножко старше. Чуть-чуть. Да. Хорошо. А следующий ваш проект, это будет Gamer Life? Да. Мы сможем готовиться. Затусить. Мы начнем уже к нему этой весной. Завтра. Да. И Gamer Life пойдет уже в третий раз. Ну, я не знаю, насколько уместны какие-либо спойлеры. Сейчас нужно отойти от Miss Gamer, а потом, я думаю, что мы с удовольствием расскажем. Ну, немножко, вот там ребята есть, которые прям ждут. Вот они здесь стоят. И ребята, вот... Gamer Life будет. Отлично, отлично. То есть ничего сейчас не скажешь, никакую изюминку, чисто для Good Game. Вот мы не особенные, да, нам ничего. Вот просто нам бы один эксклюзивчик. Один эксклюзивчик? Good Game будет на Gamer Live. Ой, спасибо тебе. Практически не напросились. Ну и что ты можешь сказать в заключение? Останетесь, будет ли какая-то автопати, там еще что-то? Да, конечно, все пришедшие на конкурс останутся в Бархате и будут отмечать победу нашей Анечки, мисс Mass Effect. До утра! Слушай, и последний такой вопрос. Ну, кроме того, что я забираю этот чек, где его можно обналичить. А второе, что я хотел спросить, это когда ты будешь принимать наконец-то участие сама в этом конкурсе? Как шутят некоторые геймеры на нашем сайте gamer.ru, я мисс геймер на постоянной основе. Неплохо вышло из положения. Итак, это была Света и Игорь Андреевич Брюс. До встречи на следующих ивентах.